чем ноет настрой. По четвертому из квадра уже давно волки воют. Посади рыжелез, в душе без воскрес. Страх, мертвой тишины этих мест. На выносливый тест, адреналин и стресс. Счетчик Гейгера, эхо в мозгу отдает треск. В глазах все темнеет, небо вокруг темнеет. Не может быть этот выброс, бежим скорее. Чатком холодный пот бьет, бегом в пот. Ветер поднимает обрывки земли в глазах. Но уже поздно, оба увязли в аномалию. Меньше секунды, два трупа, я уцелел едва ли. Теперь есть три минуты, чтобы найти укрытие. Ютубу, хей, ВК, с вами Apple32. И да, сегодня с вами продолжаем играть в Сталкерс. Привети заниматься всякой фигней. И да, помните, что я говорил, что в 22 серии, типа, уже будет видео с микрофона, вот это все. Ну, так, вот, собственно говоря, да, его пока нету, мне там нужно кое-что настроить по-быстренькому с микрофоном. Так что да, я вам прям обещаю, что 23 серия будет с микрофоном. Это я прям обещаю вам. Вот эта же серия будет без микрофона, так мне нужно кое-что настроить сейчас микрофоном, так как... То есть как бы звук-то записывается, да, то есть я бандикам крякнул. Но прикол в другом. Как бы я когда говорю, то есть когда снимаю, тогда не слышится именно звук самой игре. И да, мне тоже нужно по-быстренькому будет настроить, но пока что у меня времени нет, так иначе, я не знаю, я не буду очень долго записывать видео, так что да. Ну вы поняли, думаю. Так, ну а тем временем, как я и говорил... Погнали искать артефакт. Так, погнали. Так. Это уже... Да, это у нас аномалия. Значит, где-то тут должен быть артефакт. Артефакт, который мы с вами сможем либо продать, либо что-нибудь еще. Так, стойте, нет. Где-то тут вот. Ага. Я забрал. Так, это что у нас? Это у нас кровь камня. Прикольно. Все, погнали. Съебываем отсюда, пока нас собаки тут не сожрали. Я этого не хочу, так что так, где мы дробашцы, кстати, нужно его перезарядить на всякий случай. Все отлично. Собаки, псины, меня не трогать. Не трогать, сучки. Так. Окей, давайте сразу сохранимся, потому что я не люблю это самое. Это, блядь, не сохраняться. Просто мало ли что. Мы ж не знаем, что может произойти. А вот вдруг я не буду сохраняться, и хоп, не знаю, там. Убьет меня кто-нибудь. И все, и придется опять за этим артефактом ходить. Я этого не хочу делать. Так, я облучен. Мне нужно срочно вот так вот сделать. Вот так. И все. Вроде никакого кровотечения нет. У меня, кстати говоря... А. Не, в принципе, пока нормально с комбезом все. С комбезом пока все нормально. Это хорошо. Так. Как вы думаете, продавать ли мне артефакты или нет, кстати говоря? Тайник. Стой. Это что? А, это возле портала, да? Это по-любому. Да. Блять. Ладно, окей. Сейчас мы все сделаем. Так. Только мне нужно вот так вот сделать. Я хоть правильно иду? Нет, суть, я неправильно иду. Мне нужно вот так вот повернуть. Теперь правильно, ну-ка. Нет, чуть-чуть вот так вот. Все, так можно нормально. Ну-ка. Правильно. Все, вот так вот направляемся. Прямо ровно к зарешему хутору. Потому что там у нас тайник. А как вы знаете, в тайнике много всякого полезного дерьма, которое можно пригодиться вообще. Так, а я перегружен, да? Сука, я перегружен. Хреновая новость на самом деле. Ну ладно, так, погнали. Погнали к тайнику. Так, что-то у нас тут ветер дует. Мне это не нравится. Знаете, вот такая погода мне как бы, знаете, с одной стороны мне нагоняет атмосферу, мне вспоминает сразу тень Чернобыля. Но с другой стороны, сука, она меня пугает, пиздец. В смысле, я просто думаю, что сейчас выброс может быть. А я не хочу выброса, понимаете? Я не хочу выброс. Блять. Где? Прости меня, плоть. Тут две плоти, сука. А можно вас как-нибудь обойти? Уж меня трогать не будете. Не трогайте. Я вооружен. Не только ножом. Сука. Дебилы. Дебил.
Вы. Что это сейчас было, можешь спросить? Короче, простите меня, ребятки. Простите меня, ребятки. Просто, ну, вы сами как бы знаете, напросились. Так. Давайте перезарядим сразу. Я хоть на правильном пути? Да, нет, кстати, вот так немножечко повернуть. Все, теперь на правильном. А, так можем мы тут пройти. Так, к ним мы не идем, ибо нету надобности. Ты кого там тащишь? Гляньте, он кого-то тащит. Он, короче, кого-то там тащил. Сейчас он уже не тащит, но типа тогда тащил. Опа. Опаньки, пацаны. Пацаны, что вы тут делаете? Тайник, что ли, тоже ищете? Ну, извините вы, как бы, это самое. Что делать? Оружие опустил уже. Да, я-то опустил. Я хочу с вами поговорить, ребятки. Здравствуй. А ты поторговаться случайно не хочешь? Мне просто... Вот сколько ты, допустим, за одну гранату даешь? Слушай, мужик, а знаешь, у меня как бы нету даже надобности больше ходить к Сычу. Давай я тебе буду все это продавать, добро. Ты будешь получать офигенные вещи, а я буду получать такие немаленькие деньги. Не, серьезно, ведь это же выгодно. Вот смотрите, Сыч нам бы за вот одну такую гранату дал бы, ну, 100 с чем-то рублей максимум. Серьезно, то есть, а он, получается, берет даже целых 200. Сколько ты там берешь, а? 204 рубля, 204 рубля за одну гранату. Причем обычную, внимание, ребят, обычную гранату. О, вот это правильно. Вот это правильно. Так, стойте, сколько? Я тебя, пожалуй, разрежу, потому что надо, мне нужны патроны. Так, все, погнали с тайником. Тайник где у нас находится вообще хоть? А, так он вообще там находится. Эх, я сюда пошел. Так, чуть разгонимся, чтобы было как-то, знаете, побыстрее. Так, мне в портал нахрен как бы не надо, типа, ну, не надо просто. А тайник, кажется, в безопасной зоне находится. На самом деле, мне это нравится, так я не хочу лезть в самое пекло. Или нет? Блять, он, походу, не в безопасной зоне находится. Вот это мне вообще не нравится. Ага. Не нравится. Ёбаный рот. Только не говори, что он находится на крыше. Я не хочу найти. Да тут все опасная зона, в смысле. Вы посмотрите на вот это. Вот тут все опасная зона. Так, мне походу придется доставать его. Блять. Что получилось? Что у меня сейчас? У меня отнимают тут жизни рядом. Ёбаный рот. Ёбаный в рот, да, хреново. Хреново. Как бы нам делать нечего, так что мы пройдем. Посрать на все, посрать, беги. Так, аптечка, F3. Так. Да ищи ты, грёбаный тайник. Ну, где тайник? А, блядь, он походу на вышке, да? Че, издеваетесь, что ли? Да нахер усрался бы этот тайник. Так, давай на всякий случай сохранимся. Я просто очень сильно не хочу вот этот вот момент прям проебать. Все вот. Вы смотрите, как у меня ХП отнимается. Хотя вы не видите, вот я вам чуть так вот вижу. Вот просто смотрите, блядь, сквозь скоростью. Так, в 2, в 3. Так. Нам нужно срочно. А как нам туда забраться? Посрать, беги. Нам срочно в безопасное место бежать. У меня отнимается все. У меня все отнимается. Нахер нужен такой тайник, если тут вот такое вот происходит, в смысле. Может, этих сталкеров лучше замочу? Нам, не знаю, может, это... Побольше будет как-то, чем в том тайнике. Вообще, что это там за тайник? Если там какое-то офигенное оружие, тогда ладно, в принципе, это оправдано. Но если там какие-то аптечки, то нахер надо туда лезть за аптечками. Ну, серьезно, вот в это вот пекло. Ты же сам-то можешь сдохнуть, в смысле. И как мне туда пройти? Не, в смысле, серьезно, блядь, я, походу, получился, да. Это херово. Хреново. Надо будет аптечка закупиться. С этим тайником научишься, мне кажется. Как туда пробраться? Тут же все вот в пекле. Может, надо по деревяшке? Мне кажется, по деревяшке. Но это опасно. Это опасно. А, ну стойте. Ну если, в принципе... А, ну, в принципе, ладно. Беру свои слова обратно. Это не так уж и опасно. Вы хоть видели, что это такое еще было? Вот скажите мне, пожалуйста, вы хоть сейчас видели, что я такое взял? Винторез. Да, винторез. Это
просто офигенное продвижение. Так, стойте, подождите. Это просто офигенное продвижение сталкера Яблока. Он нашел винторез. Вы понимаете, что такое винторез вообще? Вот вы хоть понимаете, что такое винторез? И знаете, что означает? Что Ил-86 нам нахуй уже не нужен. То есть, серьезно, Ил-86 нам нахуй уже не нужен. Даже по прокачке он уступает точности вот этой замечательной винтовки. Так что Ил-86 мы можем смело продавать, прям смело, так как мы нашли с вами винторез, а винторез в миллионы раз лучше, чем Ил-86. Я вам прям говорю, как чувак, который играл в Тень Чернобыля и вообще во все сталкеры очень много времени. Серьезно. Особенно в Тень Чернобыля, где я помню, как... Опа. Блять, собака может для меня стать опасностью. Не, не трогай меня. Пёсик, гаси его, нахуй мне нужен. Пёс. Жду, ну пёсель. Ёптвак, сыгря, мы можем найти что-нибудь. А, ты ещё живой? А в ком состоянии спас 12? Мне как бы неинтересно. Может, я его продать. Но я этого не буду делать. Поймал маслину. Поймал маслину, парень. Я в курсе. Знаешь, прости. Прости, это такова жизнь, понимаешь? Такова жизнь. Кстати говоря, я могу вернуться. Давайте-ка, наверное, вот так вот сделаю. Стойте. Сюда переложу. Так, это я, пожалуй, заберу, так как, ну, надо. Вот это тоже надо взять. Вот это тоже. Так, забираем водку, забираем для кардана. О, у него вообще прям офигенно все. Так, блять, началась. Здравствуй, жопа, Новый год. Так, что тебе дать можно вообще? Блять, даже не знаю, чем можно дать тебе вообще. Чуть вот так вот тебе сделаю, сколько? Еще давай, че вот так вот чуть сделаем. Освободился. Ёб твою мать, надо еще одну вот так делать. Просто надо пока. Не, стой, ты отдай. Я не знаю, что тебе даже еще дать. Не знаю, вот пистолетные патроны возьмешь. Просто очень надо. Мне нужно освободить место. Да ёб твою мать. Чё ты такой-то капризный-то? Ёб, блядь, твою медь. Эх, давайте, ладно, водочки выпьем. Почему и нет? О, освободился. Сейчас продадим Ил-86. Сейчас давайте на всякий случай сохранимся. Я просто сейчас буду сохраняться прям просто как могу. Потому что мы с вами в этой серии... Понимаете, что мы нашли с вами? Мы нашли с вами винторез. Винторез сталкере это, по сути, самое лучшее стелсовое оружие именно в Зов Припяти. Да и, наверное, не только в Зов Припяти. Не. В Зов Припяти самое лучшее стелсовое оружие это винторез, да и вообще снайперская винтовка, хотя нет. Не знаю, как насчет снайперской винтовки, но точно стелс-оружие это точно винторез, самое лучшее в Зов Припяти. В Тени Чернобыля это, конечно, не самое лучшее оружие вообще, естественно. То есть в сталкере это не самое лучшее оружие. Но... Опа, блядь. Это бачок, блядь. Но Зов Припяти... Я помню, чувак. В сталкере Зов Припяти это самое лучшее стелсовое оружие. То есть это не просто лучшее оружие, то есть это именно стелс-оружие. То есть, есть оружие как бы и помощнее. Серьезно. Я прям в шоке, блядь. Серьезно, найти винторез. Заткни ебальник. Давай продаю 17 тысяч сразу. Все, погнали. Ну-ка, сколько у меня вообще освободилось? Йоу, вы видали, сколько у меня освободилось? У меня аж на целых, так, получается, на 5 килограмм. Это хренотень, эту шелупонь весила 5, мать его, килограмм. Теперь она нахер не нужна, так как у нас есть винторез. Сколько он теперь весит? Он 3 килограмма весит. То есть, он, во-первых, легче весит, во-вторых, он точнее, то есть, да... Он намного точнее, чем Ил-86, даже вкачанный. И в-третьих, он стелсовое оружие. То есть это прям вообще винторез, если есть, тогда Ил-86 вообще нахуй не нужен. То есть если у тебя есть винторез, тогда ну смело можешь продавать Ил-86. Так как, ну серьезно. Нафиг нужен Ил-86, когда у тебя есть винторез. Так давайте энергетик, пожалуй, выпьем, а то ну надо слишком, чтобы наш главный герой быстро создавать. Давай. Ну я же вроде это самое, я же вроде выпил, давай. Так, давайте-ка бегом, наверное, это самое. Пойдем к тому бандиту. Мне просто нужно у него, во-первых, забрать патроны. Это во-первых. А во-вторых, мне нужно, ну, понял, думаю. Забрать там немножко пушек и продать, естественно. Так как, ну, вы знаете, сталкеру Яблоко нужно развиваться.
Не, вообще, в смысле, я охерел просто. Винторез найти. То есть, винторез, те, кто не в курсе, вот опять же повторюсь, это, конечно, не самое лучшее оружие в сталкере, типа, ну, это перебор будет, так скажу. Ёб твою мать, а куда? Блять, только не говорите, что он делся куда-то. Да ёбаный в рот, блять. Так, не, вот это, пожалуй, разрежу, это нахер не надо. И очень в сером состоянии, тогда нахер тоже разрежу, выкину. А куда бандюган делся, алё? Я чё, только не говори, что я проебал такой, блядь. Блядь, только не говори, что я проебал такой. Бля. Кто там говорил, что сталкеры за Припяти трупы пропадают через... сколько там? Через 65 тысяч часов, там, короче, через 7 лет. А? Кто это говорил? Кто это говорил? Кто? Ну, давайте. Поговорите мне тут еще. Вот что это еще было, блядь? Я ж ушел даже не на полчаса, не на 40 минут. Я просто ушел вот туда, на Скадовска, быстренько продал там ИЛ-86, мне нахуй не нужный. Вернулся, и тут ничего нет. Серьезно, я помню, когда играл в Тень Чернобыля, вон там реально пропадают трупы, там через сколько, блядь, я что-то жрать хочу. Через сколько там пропадают трупы? Через сколько они-то пропадают? Через сутки. Вот там они серьезно через сутки пропадают. Это я прям могу сказать точно. А вот Зов Припяти вообще, блядь, что это еще было вообще? Короче, серьезно, винторез мы с вами добыли. Так, ну, в принципе, думаю, стоит на этом пока закончить, собственно говоря. То есть, вот мы с вами добыли винторез. Винторез, это, еще раз повторюсь, это лучшее стелс-оружие в Stalkers of Pripyti. Насчет других, как бы, этих частей я не знаю особо. Но в Stalkers of Pripyti это точно самое лучшее стелсовое оружие. Также винторез, конечно, не самое лучшее оружие, опять же повторюсь, но это одно из самых лучших оружий, так что вообще это прям офигенно, серьезно, мы с вами нашли винторез, сталкер яблоко продвинулся. Также мы сегодня с вами нашли артефакт, что очень даже хорошо, давайте, наверное, вернемся на Скадовска, то что я тут буду стоять вот так, чуть разгонимся, потому что надо. Но убрал оружие, чего как эти, блядь, чего сыкуете-то так? Но вы меня все равно не пустите с оружием, чего, издеваетесь, что ли? Ну так вот, да, в общем, сегодня прям было офигенно просто. Это была офигенная серия, мы с вами столько всего нашли, столько всего исследовали. Мы с вами нашли артефакт, это артефакт, у нас называется Кровь Камня. Я, кстати говоря, помню такой этот. Химзащита, кстати говоря, мне потом понадобится, так что мы его продавать не будем. Сегодня мы также нашли винторез, это, как я сказал уже, офигенное стелс-оружие. Самое офигенное стелс-оружие в Stalkers of Pripyti. И, да, здорово, пацан. И да, думаю, мы на этом сохранимся с вами. 22.4. Ну, а, собственно говоря, я с вами прощаюсь. С вами был я, Apple 32, и всем пока!